начинаем наш песенный марафон «Хиты 20 века». На наш сегодняшний праздник приехали многочисленные звезды и даже из-за рубежа. И начинаем нашу концертную программу «Звезда с мировым именем». На его концертах женщины падали в обморок. Засыпали цветами, присылали письма с признанием в любви. Мужественный, красивый, талантливый Муслим Магомаев! Встречаем! Загадочная и таинственная. В родном Казахстане ее знают как исполнительницу народных песен. Сегодня у нее дебют на нашей сцене. Встречайте, Роза Рымбаева с песней «Любовь настала». Не говорила, любовь таилась.
исполнительница может показаться кому-то дерзкой и очень эпатажной. Но, наверное, за такой музыкой будущее. Конечно же, мне сложно назвать это музыкой. Мне по душе больше классика. Итак, встречайте, на сцене Акула! Это наша студия.
студенческая. Песня про медведей. Но вам она не пойдет. Почему это не подойдет? Это же студенческий фольклор. Самый жуткий час, мы волшебную косим при траву.
человеческих отношениях. Хей, Нананей, на сцене Вайакон Диас.
долго. Но только то, что следующая композиция стала символом всех космонавтов, это можно утверждать уже с уверенностью. На сцене Виа Земляне с новой композицией «Земля в иллюминаторе». Thank you.
нашем сегодняшнем концерте как никогда очень много зарубежных звезд. Кстати, корни этой певицы уходят далеко в Армению. И как вы уже могли догадаться, речь идет об экспрессивной Шер. Встречаем!
temptation. A doozy, please, never suspect. You turn the blade for the money wins. You don't pay for respect. I know that this fate are the swords of a soldier. Такой стиль, такая одежда, такой подход к
и она не уступает даже зарубежным исполнителям. На сцене Лайма Вайкуле с песней «Еще не вечер». Yeah.
Thank you.
остается с человеком. Утром звезды гаснут без следа. Сколько песен